О, мы проехали через Гренери. Гренери. А, ну да, через хлебородный район. Какой красивый вид. Смотрите, как вдали можно увидеть несколько стиплс. Стиплс. А, шпили. Угу. Вдалеке можно увидеть несколько шпилей. Это Бериард. Да. Мы должны быть уже... Мы доберемся туда уже в течение часа. Может быть, даже к полудню, кажется, прибудем. Здравствуйте. Лорд Юсис, добро пожаловать с возвращением в Бериард. Для нас большая честь видеть вас снова. Невероятно. Поверить могу, что все... весь персонал станции покинул свои... Ну, бросил свои обязанности, чтобы пойти и поприветствовать его. Он действительно вип-персона. Я вернулся сюда в качестве студента военной академии Торс, чтобы пройти полевые испытания. Полагаю, что вам рассказали о том, что подобное излишнее гостеприимство не требуется и не желается, не так ли? Ну да, но вы же ребенок дома Альбареи. И мы должны извиниться за то, что не дали вам должного приветствия. Пожалуйста, позвольте мне донести ваш багаж. Почтем за честь донести вещи ваших одноклассников в том числе. Этого не потребуется. А? Лорд Руфус? Папа не пришел? Руфус? Дядя, что ли? Что? А, брат. Ну, любимый брат, приятно видеть тебя вновь. Подумай только, что прошло уже только 3 месяца. Как быстро летит время. Не ожидал увидеться с тобой так быстро, поэтому я счастлив, что есть такая возможность. Аналогично. Похоже, что у тебя все неплохо. Полагаю, это твои одноклассники из класса 7? Да, это верно. Вы знаете о нас? Актер даже не пытается. Нет, знаешь, все-таки у Цао другая манера речи была, и это хорошо. Если ты говоришь, что действительно он, то есть действительно актер озвучки тот же, то... У Руфуса он звучит совершенно по-другому. Вот озвучка Цао была очень характерная, да, такая прям, он здесь, как Слай Фокс. Здесь не так заметно. Это как у Ричарда и Блю Бланка. Актер озвучки один и тот же, голосам примерно не менял, но вот манера речи, некоторые окончания, они одинаковые были у того, и это выдавало одного и того же актера озвучки. Вот, но тем не менее. Ну, конечно, я читал обо всех вас в письмах моего брата. Руфус Альбарея, Юсис но ани не атару. Впрочем, где же мои манеры? Меня зовут Руфус Альбарея, Юсис мой младший брат. Ма, азукашигария но отото но кото да. Превышается этот.
У Ричарда Блюбланка один актер. Да, Дамарик, у Ричарда Блюбланка один актер озвучки, чтоб ты знал. Если бы здесь была Свейк, она бы тебя сейчас скрутила. Но ее сейчас здесь нет. Твоя радость, Дамарик. Ладно, шучу. Чтобы такого не было. Тебе не нужно прятать свое удивление. Вам не нужно прятать свое удивление. Для меня нет ничего удивительного в том, что мой брат ни разу обо мне не упоминал. В конце концов, его лишь легко смутить. Вовсе нет. Кажется, с ним играются. У Фи появилась улыбка, очень легкая, но тем не менее. Однако. С другой стороны, понимаешь, Дамарик, как бы, если играть в Сору без озвучки, ты этого и не заметишь. Но на самом деле, реально у них один и тот же сию, можно даже проверить. Я едва ли могу поверить своим ушам. Что произошло с надменным юношей, которого мы все так знали и уважали? Сате, тачибанаши мо нанда? Но позвольте мне прекратить. Нет времени для пустых разговоров. А вот сейчас я реально услышал Цао в одном из окончаний, вот, да, вот когда вот было вот перед запятой, так понимаю, перед паузой. Вот прям реально очень характерно вот его голос, который сидит на окончании каких-то вот таких вот, то есть, когда интонация уходит вниз, слышно, что это Цао. Вот реально. Вот прям один и тот же актер озвучки, реально очень слышно. Я пришел, чтобы сопроводить вас, чтобы сопроводить вас и ваши вещи. Не совсем так, ладно. Я пришел, чтобы встретить вас, сопроводить вас, а также донести, помочь донести ваши вещи на время вашего пребывания здесь. Погоди, ты не хочешь сказать? Сото ни крума утометеару. Машина снаружи. Нас на машинке покатают. Офигенно. Аратамете, ёкосо, хисуи но кото, бария хато э. Добро пожаловать в цветущий город Бриар. Кангэй сасэте морау ё, шикан гакуин, нанакуми но шокун. Надеюсь, вам здесь понравится, леди и джентльмены класса 7. Хочу видеть встречу Руфуса и Цао. И все еще я все-таки могу называть Бериарт зеленым городом, потому что зеленые крыши у домов. Так что why not? Немножко напоминает Грансел. И чуть-чуть, возможно, Боус. Наверное, даже больше на Боус похоже, я бы сказал. Я просто включу эту сучку. Кто знает, кто знает. Может, увидишь. Было бы неплохо. Наруходо. Конкай на джишу но кадайо. Понятно, значит, тот, кто был ответственен за подбор заданий для нас в этот раз, был... А. Тчи но дайри тоште. Ваташи но хоу де хитотори торисороэта. Да, я избрал их от имени моего отца. Мазу ва укетори тамай. Позвольте мне передать им это. Ташкани. Спасибо. Действительно, это невероятное совпадение. Оно заговорило. О нет! Никогда не предполагал, что мой младший брат будет в одном классе с сыном лорда Шварцера. Вы знаете моего отца? Юмирの領主, Тео Шварца Даншак. Конечно, барон Тео Шварцер мой давний знакомый. Соно мукаши, Тео кинкоу де хиракарета такагари де го иссё сасете моратта. Много лет назад я сопровождал его в соревновании... Chief Falcon, опять же, скорее всего, как кречет можно перевести. Вообще сокол, да. Я сопровождал его в Сокольной охоте в... возле Хеймдала, ну, в предместье Хеймдала. Соноурини, Карино Сахо, я Кокорогамайо, что Тори усуаттене. Он многому научил меня, что касается практики и этикета. Мо, Джунем Майни Нарка. С тех пор прошло, наверное, 10 лет. Надеюсь, что с ним в паре все хорошо в эти дни.
Ай, айкаразно коридорак десга. Да, он неплохо поживает, и ему все еще, он все еще наслаждается охотой. Сорева чужо. Невероятно, невероятно. Ха-ха. Еще один ха-ха. По-моему, это был первый ха-ха из уст Руфуса, хотя могу ошибаться. Сочте сочирава Легни Цичижи на госсок, да? А вы, должно быть, сын, сын губернатора Рейгница, да? Гозонжи дешта ка? Верно. Я удивлен, что вы знаете. Сайкин, тето но кошки гёжи надо де нандока као авасете ите не. Ну, разумеется, я встречался с ним довольно часто, когда занимался официальными делами в столице. Тачибано чигай ва ару га, иро-иро то джоген о ште мораттеиру. Хотя наши позиции могут отличаться, он дал мне прекрасный совет в прошлом. Коре мо нанико но эн даро. Конго томо, отото о ёрошику танаму ё. И похоже, что это судьба, что и вы тоже, в конце концов, оказались в классе, в родном классе с моим братом. Пожалуйста, попытайтесь поладить с ним. Сорева? Я... Соно... Маемукини кенто сасете итадакимасу. Я подумаю над этой возможностью. Кекко. Чудесно. Фига себе, как Маки сразу стушевался. Куда вся спейс-то делась перед Ноблом-то? Ты же их так ненавидишь, Макиас, что с тобой? Он меняется. Сочира но каренна шокун мо Йошина ни. И я бы сказал, что я не знаком с этими двумя прекрасными леди. Сазо отото но гакуин сэкатсу ни уруои о атаете курете иру но дароу на. Но не сомневаюсь, что ваше присутствие приносит некую элегантность в академическую жизнь моего брата. Кёшку десу. Спасибо, спасибо за честь, ваши слова. Сорехото демо. Ну, вовсе нет. Агиуэ, оре но кото ва ии дешо. Может, прекратим обсуждать меня? Соре йори мо, масака, шикуаку башо тою но ва. Маки засал говорит все, что думает, оно было прямо лицо в Руфусу. Да нет, просто на самом деле Руфус вполне себе вежлив. Не, ну, не, не такой надменен, как Юсис, например, да, опять же, что, кстати, хорошо. Оказывается на Макиасе, потому что Макиас триггерится не только и не столько на положение Ютиса, сколько на его подколы, собственно говоря. Вот. Не знаю, Даварик, не знаю. Было бы на что смотреть. Так вот, я к тому, что... Я чувствую, что отношение Макиса к Ютису здесь сильно изменится, особенно к Ноблам в целом, потому что вполне себе возможно, что Руфус покажет себя с очень хорошей стороны, и таким образом Макис просто поймет, что не стоит всех под одну гребенку грести, и что среди Ноблов есть и вполне себе нормальные люди. И когда ты говоришь про жилище, ты же не говоришь о... Гумондана. Нужно ли вообще спрашивать? Конечно, нужно. У нас бы иначе не было еще одного ха-ха. 168, поздравляю. Варера но джикка тару, кошакке джоукан ни киматте иру даро. Разумеется, вы все становитесь в семейном поместье дома Альбаре. Со... А, соре ва... Но... То иитай токоро да га... Ски ни сео то но чичиуэ но котоба да. Жест... А, шут. Ну да, шут. Логично. Можно было уточнить на всякий случай. Я шучу. Инструкции отца были таковы, что вы будете делать так, как захотите. Матино хотелю ни хеа о йоуи сасета. Поэтому, учитывая обстоятельства вашего визита, у нас на всякий случай приготовлена комната в отеле. Соно хоуга, джиссю то яра ни кокоро окинаку шучу декиру даро. Таким образом, будет проще сконцентрироваться на полевых учениях, разве нет? Руфус уже со своим стилем 8 листьев, один ха-ха. Спасибо, я очень ценю это. Интересно, о чем вообще речь? Сате, мизикай айда датта га, таноший жикан мо соро-соро овари да. Что ж, боюсь, что нам придется покончить с нашим очаровательным, с нашей очаровательной встречей. Шокун но ядо га миете кита зо. Потому что я уже вижу, как мы приближаемся к вашему отелю.
Отель Эсмеральда, такое название. Ладно, я не буду, простите. Спасибо за сопровождение. И большое спасибо за то, что забрали для нас отель. Мы очень благодарны вам за вашу доброту. Ой, да даже не думайте об этом. В обычных обстоятельствах я бы пригласил вас на банкет этим вечером, но, к сожалению, у меня есть дела, которые мне нужно, по которым нужно ехать в Хеймдаль после того, как мы закончим здесь. Хеймдаль? Ты полетишь туда? Конечно, я представляю нашего отца. Ха. Только не говори мне, что ты будешь грустить и скучать по мне. Ну ты же шутишь. А. Может быть, он не самый affable, but is it to try to extend your kindness to my brother? Affable. А, ну да. И 170-й ха-ха. Нас прям одаривают нас своими ха-хашечками. Генно. Может быть, он не самый приветливый человек, но, пожалуйста, проявите всю свою доброту к моему брату. Да будут с вами благословения богини. Я молюсь, что ваше полевое обучение будет ценным. Значит, это был Руфус Альборея. Да мне разные слухи о нем доходили. Говорят, что он глава фракции аристократов. Встретившись с ним лично, можно понять, откуда простирается такая репутация. Так, глава фракции аристократов. Значит, он один будет из тех, кто будет, скорее всего, противостоять фракции реформистов. А значит, здравствуйте, наш потенциальный антагонист. Почему, спросите вы? Ну, потому что, как мы помним, кто стоял за нападением на канцлера Осборна во время конторговой конференции в Ауно-Кисике? Террористы, которых наняла фракция Ноблов. Потому что фракция реформистов выступает за Осборна. Что же получается? Что же это означает, спросите вы, уважаемые зрители? Ну, скорее всего, мы видим перед нами нашего потенциального противника. Возможно, я не знаю. Но я бы не исключал вероятность того, что рано или поздно нам придется скрести с ним клинки. Похоже, что он довольно очаровательный человек. Маки за логинси, не все аристократы одинаковые. Похоже, что он довольно очаровательный человек, что учитывая его и его доброту, и его интеллект. Да, он даже проявил уважение к моему отцу, хотя он довольно низкого ранга аристократ. Не говорим за этих гильдий рыбаков, то скажи, хорошо не конспирируется. Так здесь нет гильдии рыбаков. Здесь есть фишинговый клуб. Немножко другое. И он усиленно навязывает Юсису роль милого младшего брата. Гильдерогов уже раскрыл себя в зеро. Это тоже. Хм. Я бы предпочел, чтобы вы этого не видели. Хотя я должен отметить, что я не ожидал, что он уедет из Бериарда, как только мы прибудем. Как неудачно. Что ты имеешь в виду? Ничего такого, чтобы беспокоило вас. Нам нужно зарегистрироваться в отеле и начать работу. Подожди. Пойдем. Давайте хотя бы закинем вещи. Ну, это очень хорошая идея. Хотя мысль о том, что нам придется остаться в отеле настолько высококлассном, немножко смущает. Пойдем. Это большая честь, что наше скромное заведение удостоилось возможности встретить члена герцога, отставить формальности. Мы пришли только, чтобы закинуть наши вещи, после чего мы немедленно уедем. Уйдем, точнее. Пожалуйста, проводите нас в наши комнаты. Как вы желаете.
Если будет не сопроводить вас в западное крыло, тогда, пожалуйста, тогда... Then we find... У нас есть подходящий костюм для этого. Для вас. У нас есть индивидуальные комнаты, зарезервированные для каждого из ваших одноклассников. Фига себе. Подождите. Я полагаю, что я говорил вам до этого, что мы здесь должны исполнять наши обязанности. Мне нравится манера Фигарина с сложными предложениями. На меньше воды. Блин, знаете, к слову сказать, реально, вот я просто сейчас смотрю на Фи, вот ее сейчас одеть в полицейскую форму, и вот это вот лицо с губками-бантиками, вот это вот закинутые за пояс руки, реально идеальный просто полицейский офицер. Муа. Практически Тио версия 2.0. Это излишнее гостеприимство, не нужно, и я его не одобряю. Но, лорд Юсис, я должен настаивать. Не заставляйте меня повторяться. Нам нужно только две комнаты. Одна для мальчиков, одна для девочек. Это вас всех устроит? Меня все устраивает. Более чем достаточно. Нормально. Ну, конечно, мы студенты. И к нам нужно относиться подобающим образом. Как ты узнал? Что именно узнал ты, Марик? Это мой фетиш? Мы сможем начать работать над нашими полевыми, над нашими заданиями, да? Хорошо, не так достаточно много времени потратили. Ну ладно вам. Давайте вскроем этот конверт. Хорошо, давайте. При обучении день первый, назначенные задания. Два обязательных квеста. Хасан Вольтер. Имя Вольтеров. This child is nothing but the most fabulous Beth souls, which we're unfortunately running low on. Someone procure them for us. If this strikes your fancy, find me on the terrace outside the Sorcerer restaurant. It's Saint Voltaire. Put a ring on it. Наденьте на это кольцо. Я бы хотел, чтобы кто-то помог мне найти полудрагоценный камень определенный. За деталями обратитесь в ювелирный магазин Тёрнера, Брук. Есть некоторые подозрения, но придержу пока при себе. Монстр. Fate Spinner. Atop a cliff partway along the Aurochs Canyon Path. Once the monster has been exterminated, please report to the soldiers at Aurochs Fort. Окей, окей. Зона обучения 100 сельги, радиус 100 сельги вокруг севера и востока Бриарда. Каждый день должен записывать свою деятельность в течение дня, чтобы можно было передать это инструктору по запросу. Один запрос от аристократа, еще один от ремесленника. Все действительно будет интересно. Да, похоже, что они достигли идеального баланса. А вот монстр звучит довольно раздражающе. Что он имеет в виду под отчетом в Форт Аурокс? Форт Аурокс находится на противоположной стороне каньона Аурокс. Это база провинциальной армии, изначально построенная в средние века. Должен запрос пришел от них. Звучит проблемно. Возможно, стоит оставить это напоследок. Ну, на всякий случай. Я бы в любом случае так и посоветовал. Дорога через каньон длинная и опасная. Нам нужно завершить другие наши задания, прежде чем отправиться туда. Иначе может время кончиться. Ну, давайте так и сделаем. Меня все устраивает. Я тоже не возражаю. Ну, хорошо, тогда начнем. Я уверен, что Алиса и остальные уже работают с своими заданиями, пока мы тут общаемся, и мы не можем позволить им одолеть нас. Так что давайте постараемся. Верно. Ладненько. Конечно. Даю слово.